Почти 900 дней голода, холода и бесконечных бомбежек над головой. Тогда казалось, что этому не будет конца. 79 лет назад произошло то, чего так долго ждали на протяжении суровых и мучительных 3 лет – полное снятие блокады Ленинграда. В память о тех, чья жизнь была наполнена страхом и болью, во Владикавказской 42-й школе имени Хаджумара Мансурова школьники вместе с учителями организовали фотовыставку. Детям показали исторические военные кадры, а после все присутствующие почтили минутой молчания защитников, которые ценой своей жизни героически и самоотверженно сражались за каждого из нас. Такие мероприятия проводятся, конечно, для того, чтобы воспитать настоящих патриотов своей страны, чтобы никогда никто не переписал историю нашей страны, чтобы не было пособников фашизма среди молодежи, чтобы не было, кто поддерживает такие начинания, таких людей, чтобы они помнили подвиг народа нашего, солдат. Эти события важно помнить, их нельзя забывать. Мы должны радоваться тому, что сегодня мы живем под мирным небом, сегодня мы можем радоваться, ходить с друзьями, погулять. Мы дружим, мы живем.